Привет! Представляем вам новую модель электровелосипеда Highbike. Это модель 2019 года, Hardnite 3.0. Этот велосипед оборудован электромотором мощностью 750 Вт. Это в 3 раза больше, чем на обычных электровелосипедах. Батарея емкостью 615 Вт-часов обеспечит пробег до 100 км без подзарядки. Полная зарядка происходит за 3 часа. Мотор оборудован дисплеем с 9 режимами скорости. Большой выгодой также является ручка газа. С ее помощью можно сразу включить мотор и ездить как на мотоцикле. Разумеется, мощность играет очень важную роль. Данный велосипед имеет намного большую тягу при въезде в горку, а на равнине позволяет развить скорость 50 км в час. Это в 2 раза больше, чем на обычных электровелосипедах. В чем преимущество данного электровелосипеда? Новая модель велосипеда Highbike в сочетании с мощным электромотором дают преимущество по скорости, мощности и, конечно же, по цене. Этот велосипед в 2 раза дешевле и в то же время в 3 раза мощнее аналогов. Так что не сомневайтесь, напишите нам на почту либо позвоните и зарезервируйте бесплатный пробный заезд на этом велосипеде. До скорых встреч!